Итак, друзья, новинка Чанган Юникей уже замечен у автосалона в Химках, в Подмосковье. И перед тем, как рассказать все детали, если вас не затруднит, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях. А также подпишитесь на канал, если тут впервые. И мы начинаем. Чанган Юникей уже в России. И мы можем сделать выводы, какое оснащение будет у продаваемой модели. Судя по фотографиям автомобиля, который уже обнаружен у автосалона, кроссоверу будут доступны камеры кругового обзора, светодиодные фары, выдвижные ручки дверей, панорамная крыша, а в салоне видно, что будет доступна даже беспроводная зарядка. Следовательно, сильно комплектацию не урезали. Старт продаж модели запланирован уже на декабрь, и даже некоторые дилеры уже начали принимать заказы на Чанган Юникей. Но что интересно, цены и даже диапазон цен до сих пор неизвестен. Но при заказе автомобиля дилеры сообщают, что ориентируйтесь на цены Exeed TXL, а Чанган будет с подобным ценником. Поэтому получается, что диапазон цен будет ориентировочно от 2 699 900 рублей до 2 899 900 рублей. Но по некоторым источникам сообщается, что цены на новинку могут дойти и до 3,5 миллионов за максимальную комплектацию. На данный момент известно, что Юникей в России комплектуется самым новым мотором собственной разработки. Это 2-литровый турбомотор, который настроен под российский 92-й бензин и выдает при этом 226 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Работать такой мотор будет с японской 8-ступенчатой автоматической коробкой передач компании Aisin. Также будет доступен выбор 3 режимов коробки передач: стандарт, спорт и эко. Также будет представлена и полноприводная версия. Ждете ли вы старта продаж новинки? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Очень хорошо было бы обсудить новинку. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков! Многих интересует, как разгоняется новинка с бензиновым 2-литровым турбомотором, как автомобиль прошел так называемый лосиный тест и что у него с безопасностью. Все детали в этом видео. Как видим, от 0 до 1 сотни он разгоняется за 8,8 секунд. И это неплохой показатель. Теперь посмотрим, как он остановится также с сотни. И результат 39 метров. Конечно, все еще зависит от резины, поэтому результаты могут отличаться. А вот лосиный тест показал интересные результаты. Как видно, на 72 километрах автомобиль показал хороший результат, но увеличить этот показатель он уже не смог. А кто не видел подробный обзор новинки, показываю, как автомобиль прошел тесты по безопасности.
Как вам технические возможности новинки? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Планируете ли вы приобрести данную новинку? Ведь старт продаж в России уже в декабре. А также, если вы не видели полный обзор новинки, ролик уже на канале. Обязательно посмотрите. До новых выпусков!